наступающем году. Желаю, кроме крепкого здоровья. А еще крепкой семьи, хороших оценок и верных друзей желали сегодня депутаты детям в детских домах. Акцию уже в 11-й раз проводит газета «Аргументы и факты» и «Власти». За все годы подарки от хуральцев получили тысячи детей-сирот по всей Бурятии. В этом году помощь целенаправленно пойдет в 3 учреждения. В этом году мы помогаем 3 учреждениям. Это Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей села Сабутуй Кяхтинского района, который называется Добрый. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, который называется Парус, это Кижингинского района. И коррекционная школа-интернат для детей-сирот села Галтай Мухашибирского района. Как мы заметили, в акции сегодня поучаствовали не все депутаты. Кто-то объяснил, что уже не один год помогает нескольким детским домам, держит над ними шефство и радует подарками на Новый год. Детей ничего не жалко, я считаю, что это наше будущее, поэтому особенно дети, которые нуждаются в нашей поддержке, взрослых, вот, и я стараюсь всегда помочь. Получать подарки – это всегда радостно, и, может быть, наши небольшие подарки, они принесут частичку тепла тем, кто этим теплом обделен. Все собранные деньги уйдут не только на сладкие подарки. В детские дома увезут необходимую технику, например, телевизоры и другие нужные вещи. Мария Латышева, Андрей Дармаев. Новости дня.